находимся на рыболовном водоеме Боробой, где проходит очередной традиционный ежегодный 8-й по счету Кубок магазина «Рыбацкий рай» «Спиннинг-фест 2019». Как уже по традиции, по доброй традиции, мы под свои знамена собираем спортсменов и рыболовов-любителей, которые приняли для себя решение, что рыболовный спорт – это круто. Потому у нас принимает участие 96 участников, они разбиты на команды, водоем разбит на две зоны, ловим хищника, погода хорошая, несмотря на такую аномальную теплую осень, всем очень комфортно, ребята показывают хорошие результаты, как спортсмены, так и любители. Участвую я уже в них, по-моему, третий раз, если мне память не изменяет, или даже четвертый. Вот, формат прикольный, нравится очень. Необычный, не так, как на обычных соревнованиях. Вот, очень нравится то, что ты выступаешь с любителем, как спортсмен. Это дает какие-то навыки спортсмену, от любителя чему-то научиться, возможно. И, ну и также и любителю научиться чего-то от спортсменов. Вот, в принципе, все очень нравится, все очень классно, организация на высшем уровне, ну, я даже не знаю, что еще сказать. Я сейчас что-то должен сказать, да? Да, это была рыба. Зарегистрировался, собственно, сюда попал. Первый раз. Раньше нигде, ни на каких соревнованиях, либо фестивалях не был, не участвовал. Спиннингом увлекся вообще недавно. Формат интересный. Мне в команду попался опытный спортсмен, который меня научил многому. Интересно, занимательно. Спасибо за подобные мероприятия. We'll be right back.
интересное мероприятие. Я был на многих соревнованиях, не только в нашей области, и вообще и не только областные, все украинские были соревнования. Ну, тут формат, в принципе, другой, ну, принципиально другой соревнование. Это даже не соревнование, можно сказать, это больше такой фестиваль. Ну, и цель у него немножко другая. Как бы тут не цель выиграть, а цель, ну, научиться чему-то, научить других людей. То есть команда, например, я, который выступал уже в соревнованиях, и человек, который вот Виталик вообще, то есть он даже пресную рыбу практически не ловил, вот первые соревнования, вот я ему что-то даю, чему-то учу, что-то показываю, какие-то детали интересные. Ну, интересно, легко, непринужденно, в принципе. И люди, ну, практически все ждут год этих соревнований. Ну, так оно реально есть, потому что там та же регистрация была ночь. Люди потом говорят, как? Я хотел зарегистрироваться. На самом деле очень многие ждут. Вложений никаких не надо. Ну, в принципе, классное соревнование, легкое и непринужденное. Огонь! Не было. Я изначально вообще думал, просто буду ловить рыбу, вот и все. Я не думал о том, чтобы там показать какой-то результат. Мне было просто интересно именно половить рыбу. Но для того, чтобы ее половить в количестве, я решил ловить окуня именно. И на этом и сделал сам результат. Потому что попробовал половить щуку, у меня ничего не получалось. Того и ловля окуня, множество поклевок, того так и получилось. Просто мелкая приманка, мелкие веса, ловля возле камыша, возле берега, в ногах, так скажем. И так оно и получилось. Ну, с самого начала, я говорю, что мы не знали друг друга до этого. С самого начала, я понял, что должно что-то получиться. Почему, я не знаю. Но вот не было никаких нюансов, там, так не делать, или делай наоборот так. Санька ловил на свою тему, я ловил на свою тему. Да. У нас не было ничего одинакового. Саньке получалось ловить хорошо окуня, я дала его щуку. Наверное, в этом... Андрей собирал рыбу с дальней дистанции, я собирал рыбу с ближней дистанции. Поработали четко, командно, друг другу не мешали. Несмотря на то, что ловили в первый раз. Да, первый раз.